Этот полк нам больше примечает тем, что 70% было эстонцы. И они были 80% были эстонцы и правоприемные граждане Эстонской Республики. И это важно. Петер вместе с Еленой Вальми, они ездили по тем местам, где этот полк собирали, где были трудовые батальоны в Архангельске, потому что часть людей из Эстонии оказались там, в чем были после войны, их потом мобилизовали в эстонский стрелковый корпус. И поэтому в 2007 году закон принят о воинских захоронениях, он, к сожалению, до конца не работал. И здесь тоже в Кингисеппе тоже существует определенные проблемы, потому что когда общался с администрацией, то есть возникает вопрос, то здесь относится к Кингисеппе не как к памятнику. И нормальной схемы, ну без рабочей схемы, чтобы 85 родственников, которые здесь похоронены, они имели возможность сюда приехать где. А если оформлять визу в Российской Федерации, допустим, в Гордихе, где пастор служит, стоит 120 евро. Ну, семья из 4 человек получается 500 евро. И для этого, для привлечения внимания к этому захоронению, не памятнику, ну, соблюдению Женевской Кутерской конвенции, мы для этого и провели вот эту акцию. И, то есть основная задача, то есть, что нету, так сказать, можешь прийти на могилку, посадить цветочки, если это не нарушает, можешь там почистить ее таблетку, если это не нарушает законодательство Российской Федерации, потому что это охраняемый памятник. То есть пришел, почистил, прибрался на могилке, уехал обратно. Вот и для этого мы просто специального депутата парламента взяли, чтобы он с чиновниками вашими переговорил, как это технически сделать. И второй момент, хотел обратить внимание, что депутаты вашего Кингисеппа не ходят на могилки, которые находятся в городе Ишве. Правильно? К сожалению, да. То есть они больше здесь, георгиевские ленточки, 9 мая забыли. Блин, это самое, я был 9 мая в Ишве на братском кладбище. К сожалению, с каждым годом уменьшается количество венков и цветов. И они имеются, естественно, но это самоуменьшается. И вот это, независимо, как я раньше сказал, не важно, какой флаг, какого цвета флаг. Важно то, чтобы люди помнили и чтобы люди это каким-то образом сохраняли и поклонялись. У нас очень тесная работа с немецким обществом охраны памятников. Это самое, я знаю, в России у них, по-моему, они где-то 20, а то и больше кладбищ. Немецкий солдат здесь охраняет, приводит порядок. И в Эстонии их этих кладбищ немало. То есть самое, они финансируют не мое желание, чтобы российская сторона все-таки больше вкладывала бы ресурсы, потому что все что-то стоит. Без денег ничего не делается. И мое желание, чтобы больше вкладывалось, потому что кто не помнит бывшего, прошлого, тот живет без будущего.